Всем привет! С вами Никита. Мы играем в стрелялки, так если сказать, покороче. В Майнкрафте на сервере HiPixel. Кстати, популярный сервак. О, пожалуй, возьмем Team B. Это я по-английски произношу. Все так пооткровеннее. О, моя любимая карта. Возьмем АК-47. В таком ведь случае. Мы играем за копов. За копов. Игра уже нравится. Люк-зюк-зюк. Тут такое все опасно. Опа-опа-опа. А я пошел. Смотри. Петька. Пошел, пошел, пошел. Задача у нас вот время показывает. Справа от меня, справа от меня. Справа от меня показано время. Вот, смотрите, 7. За время это. За это время нужно выиграть. Убить как можно больше. Этого уже слил, слил я. Да слил я. Теперь мне нужно отсюда. Так, перезарядка. Пошел, пошел, пошел. Сейчас будет жарко. Да. А я тут всего лишь. Сейчас я куплю себе гранату. Пока я себе куплю одну гранату. На всякий пожарный случай. Копы пока мы в плюсе, мы в плюсе. Он с гала не попадет, он не попадет с гала. Это хал. А теперь мне валить надо. А эти что смотрят? Помогли бы уже давно. Не знаю, иногда. Такие ситуации, что аж обхохочешься. А? Пошел! Что? А! О! Возьму вот такую. Пошли, пошли, пошли! Они меня, правда, никто не слышит. Опа, пошел. Так, пошли. Ас, аут. Дали дополнительные очки, но это их не спасет. Хоть они даже с дополнительными очками. Что-то громковато уж как-то. Мне кажется. Так. Контр-страйк. Пошел, пошел, пошел. Штурмуем. Перезарядочка. Опа. Так, а вот там раненый. Кто там сидит? Опа, опа. Пошел, обманул. А, стигла его не положил. Ака пошла. Давай, пошел. Да убей же ты. Убей его, убей. Перезаряди. Я с этим чуваком не справился. Он слишком был бешеный. Так, нужно меня прикрыть. Пошли в дымовую.
Нужно возвращаться на свою базу. Вот читак, читак. Мне что-то плохо слышно, да? А мы что тут с камнем все бегаем? Так, 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 так. А, ну в принципе можно расслабиться. Я пошутил, все собрались. С духом это что было сейчас? Я спрашиваю, это что сейчас было? Что, что? Опа, бикос. О, господи, господи, свят. Господи, батюшки, это чё? Господи, что-то он... Ну что ж, вот так вот, так вот, гранатку. А ну мы сейчас выиграем. Опа, опа! Опа! Сейчас будет звук громкий. Опа! А как он меня повалил? Устроим сладкий сюрприз. Пошли, пошли, пошли. Так чисто. Песко. Опа, опа. Опа. 8 коин. Нравится мне такое начало. Это уже середина игрока. Это уже конец игры. Мы выиграли. Посмотрите, вот тут вот счет. И счет в нашу же пользу. Опа, опа, уложил. Все. Они, им уже ничего не поможет. Прям ничто. И тут главная вот такая тактика. Нужно все время туда-сюда куда-нибудь бегать. А он не знает, а что его конец уже близок. А, прикольно было. Конец близок. А, поэма, поэма. Мы еще будем играть в Курс, в Скайбарс, во все мини-игры. На всех серваках. Видите, кто кого выиграл? А я в ку... А я за копов. Мы выиграли! Мы выиграли! Мы так рады! Для наглядности сыграем еще раз. Еще одну игру. Но чуточку попозже. Мы будем играть на GOMA HD сервере. Он всегда такая, что там уже вон больше определенной суммы играет игроков. Больше максималки. Это что? Это, надеюсь, вы слышали. Что мы играли? Можно найти там, где игроков. О, сюда. Я вообще команду выбирать не буду. Положимся на... Вообще. На рандом. Если кто не знает значение этого слова, без разницы, короче. Это так...
Это значит. Все будет по первая попавшаяся, короче. О! Да! My house! А вот этот чувак мне нравится. Все. Время пошло. Побежали, люди. Я побежал раньше всех, так что вот что у нас. Пусть все берут игроки, пусть все берут игроки. А, меня чуточку обидели, если правда, честно говоря. Что-то красные так на нас эффективно пошли. Не знаю зачем. Они это делали. Ну, думаю, они осознают это, то, что мы их сейчас в Ванслайндрайен уложим. Я посчитал по-немецки до 3 Ванслайндрайен. Потому что больше я не знаю. Ну. Опа! Пошли, пошли! Опа! Опа! Опа, пошла! Пошли, пошли! Обман и маневр! Так, у кого? А! Господи! У меня плюс 2 хп! Я его уложу, нет, не знаю. Так, у нас вроде бы... Не нападают, но этот чувак что-то замышляет. И по всей видимости недоброе. Ставлю. Она нас еще вот ломает. Вот прям так я и хотел, чтобы нас поломали. Че, там сверху моя? Я просто впервые играю на этой карте, если ничего не знаю. А, блядь, да, го-го-го-го-го, это что такое вообще? Я как-то не очень как бы рад, если еще не как вот это интересно. Интересует. Ну да, они сейчас будут спускаться. Паш... Опа! Да господи! Валите их кто-нибудь, ну я не знаю. Ну что вы стоите, ну что вы стоите? Что они стоят? Что они стоят? Зачем они стоят? Зачем они это делают? Зачем те строятся? Зачем эти идут? Такие все интересные, прямо зашибись. А ты упал, а ты упал, а ты отошел. Отошел от тебя. Отошел. А то видишь, какие они тут нагленькие. И с лишечком. А его ошибочка. Сейчас жрал яблоко, это его ошибка. А! Я их вот тут двоих уложу. Моцарт! А! Наш правый кор сломали. Нас сейчас уложат. Если надо делать, сейчас очень быстро. Опа, Даш, это нормально, то, что у меня так откидывает. Я в дистанции одного блока, когда просто люплю. Они тут все такие хамовитые. Опять? Мне уже... А это было смешно. Ну, сейчас прыгаю, потому что я когда ломаются, скоро ищу. А тут месяца, чувак! А ты... А ты что такое? Отошел от меня, отошел, отошел! Убейте! Я сейчас... Я в гневе слез. Жили мы этого тупчика. Куры
я не пойду, ну посмотрите, сколько у меня хп. Тут хилится и хилится. Наши пацаны должны были бы успеть. Тех. Да, мы не Red Dragon. Team Red Walkers. Еще будет вторая игра. Я вот прям я уверен на 100%, то что вы ничего не поняли, это даже смысл этой игры. Ну, для конкурентности, ну, прикольно. Ну, потому что мы еще в остальные игры чуть побольше сыграем, потому что они будут уж покороче, я вам скажу. Скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Карр! Долго он отсюда. О, а вот на этой карте я правда играла. Но не записывал. Ну, вы понимаете, то, что я еще тогда не мог записывать. А тут даже вы смотрите. Вот эти всю эти коры. Эти. Довольно-таки интересно расположены, ну, как на мой взгляд. Впереди, вот главное, один на базе стоит, а другой впереди. И вот наглые синие, по-моему, хотят нас убить. Ну, потому что это и заключается весь смысл игры, что нужно забрать все эти алмазы, чтобы другим не досталось. В частности, себе набираешь алмазы. Дополнительные алмазы. Амброзия. А, да уйди. Блин, я потеряла алмазы. Зачем вообще такой смысл это их там рубить эти ваши алмазы, если потом все равно вы знаете, то, что здесь какой-нибудь наглый синий и сольет вас. Мы сейчас подчаримся. Если кто не знает, что значит слово чариться, это, ну, как бы сделать свои вещи магическими. Как вот этот чувак в прошлой игре так хорошо отхидывал нас, отдавал, чтобы мы ему не мешали. Вот, у него волшебный меч был. И, кстати, лук у него был тоже волшебный. Люк. Ну, мы сейчас почаримся что-нибудь. Вот так будем делать. На 6-й левел. Вот дача у сирота, неплохо. Вот это. Еще под себе подкидаю. Подождите. Что не могут подождать, не ломать нас. Ну там, наша, ну что, я не могу сейчас. Я хочу быть топчиком. Они поломают наш ход. Ну там наши. И тем более он долго ломается. Пожалуйста, не поломай. Моя будет вина. Потому что все такие не умеют. Ну он, по идее, долго. А нет, они вот гады взяли и сломали. Они вот захотели, взяли и сломали. Ну. Ну я сейчас пойду с ними разберусь. Закор! У меня волшебный меч, У меня сирота, у меня волшебный меч. Опа. Подхилимся. Нужно поесть. Ну что? Ну что, не могут нормально сражаться? Сражайтесь за нас! Уложили этого нахуй.
Стоять нужно! А, отошёл, отошёл отсюда. А то я... Ну мне прикольно, конечно, стоять. Все будут тут стоять, скидывать на этаже. Ну как, самооценка повышена, это что-то крутое. А я так еще буду подглядывать. На противников, на противников. Ну, все же с едой у нас пока все нормально, с хилочками. Ну, чисто хилки это... А вот откуда ход? Как его можно даже... Выведу. Да, просто не знаю, надувательство. Будет ломать корп? Да ни за что я ему так не разрешу ломать наш священный корп. Кончай затем. Отошел отсюда, Ваня. Не ломай, не трогай наш корп. Не трогай наш корик. Ну, я просто спрыгнула. Потому что это выгоднее. Яблоки я не хочу вот тратить. Но будет вот тут сделать ограду. Что? Да? Это что такое? А, это не нравится? Господи. Бэкфронт. А, понял. Бэк это центральный, основной. А, фронт? Ну это типа фронта. Им там тяжелее гораздо. Там тяжелее. Ну, там тяжелее. Не, мне хитрится. Information card. Что? Вот пошел красный! Наш там еще жив, нужно знать. Наш жив. Вот наш жив. Нужно поддержать этих силик. Но они долго-то не справятся. Они долго не смогут там стоять. Опа, опа, опа. Да, это, да, у него даже меч не зачаренный, он так откидывает. Я не знаю, как. Быстро, быстро! Наверх, наверх! Мы уже не сможем остановить, только наверху. Нужно быстро съесть старника. Так, далеко нужно побольше. Да что это? Зачем его у меня? Ну, пожалуйста, хоть кто-нибудь сможет его остановить. Ну пошлите, полезли наверх. Вот красный, пошел. Ну останови ты же ты его. Не надо придавать команду. Пошел, я прикрою. Пошел. Давай, вместе. Давай, отвлекай. Все, взяли. Вот как надо работать. Вот. Остальное все. Целое. Будет работать. Вот наш красный. Ну что? Нет, чувак-то хочет, чтобы он не выиграл. Это давайте лучше
жеребец. Я чуть не упал. Люди, я чуть не упал. Этот чувак нам подарил просто еще 5 минут игры. Пока их максимум. Минимум. Может еще час. Как нужно держать свой фронт. Люди, я чуть не вместе по вас. Вот так бы кто-нибудь слился. Ну, типа, прикроют нас, если я болел. Я положит нас. Не сильно положит меня. Спасибо, чувак. Меня так щедро наградил. 85 прочность. Спасибо ему, чувак. На доску подсчета повесить. Реально, он так помог вообще. Уже не только мне. Эти скопейки надо убрать. Мне хорошо. Если кто-нибудь подъезд, то сейчас будет ночью, будет жарко. Если сделать баррикады. Что вот это? А, нет, забери свою небесную карту. Давайте будет сюда ключ. А вообще мне так. Пошли. Так, держи. Оборот. Красный. Наш. Ко всем наши побегают. Бегают. Бегают. Ну как наш? Наш. Уже. Правда будет, что будет на ночь выживать себе, крафтить что-нибудь. Мы еще сделаем вот такой себе. Дети ставят. Что? Что? Сила один. Ну, на, забери мой. Что? Что, лезу? Нет. Ну, тоже мне этот тиммейт очень нравится. Они идут. Стой, подожди, подожди. Опа, отошел. Батюшки. Ну, правда, это все не надо говорить, не было. Но все же смех-то. Просто куча. Я же говорил, то, что они вот ночью пойдут. Они уже дали. Ночью всегда можно вот корейки своих под противников путать. Но со мной такая шуточка не пройдет. Правда, проходил 5 раз. Но, как говорят, на ошибках учатся. Во. Мудрый совет там я вам. Они там себе сидят, они идут на нас. Ну, я вам скажу, там каких-нибудь прибомбасов прям крутых нету. Я чариться сейчас не буду. Так как могут залезть сюда. Ну, пойду, ну ладно, почарюсь. Ну, мне чтобы замену, я заменю. Нас чем-то? Что? Ну, они идут! Идут! Держат позиции! Отстреливаю. А, чёрт. Там сидит метка лучника. Пошлите. Держу. Параспект. Отхожу.
Держу, помогаю. Спуститься. Помогаю из рук. КП убираются, но медленно. Убирайте. Ай, ты ж. Что, реально дерево закончится? Назад. Держать позиции. Сейчас будет жарко. Так, 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 никому не отступай. Что? Не, он меня с двух ударов мучит. Не. Ну, конечно, да, это нечестно, то, что я предал. Если у вас все время тоже такая дрянь происходит, то вы спокойно нажимаете еще раз. И вас не забанят ничего, то, чтобы типа хамите серверу. Ну, вас не забанят, я уверен. По идее, а да что меня выкидывает? Что опять? Вот сюда. Вот опять почему выкидывает? Долго играл. Опять. Не, ну конечно. А, все, понял почему. И, наверное, превысил попытки. Ну, сейчас я собираю. Ну, в ту стрелялку. Ну да, вот. Типа швагбаум. А, это их типа их не столовая. In this AI. А тут информация об этом. Оружие. Дефизит. А тут вы сейчас увидите без прикола. Я положусь на ренду. Я и даже вам советую полагаться на ренду. Сейчас я наложу на оружие, мне его не дают. Вот у меня маны. Мы сначала на пикалях стрелять. Go, go, go. И тут очень аккуратно, потому что у всех по одной из них армор. Очень аккуратно, если надо. Даже вот за парнями пойдут. Так, назад ухожу, убегаю, убегаю. Маной, маной! Мани, мани! Мани! Чё? Criminals win.
Alright, let's move out. Тут лучше всего с автоматом Калашникова все проделать. Потому что скорострелка тут вряд ли поможет. Все-таки все сейчас броню проапгрейдили. Reloading. Ну а вот этого можно скинуть, он убит. Главное правило Майнкрафта убивать. Мне сейчас тебя порейдим. Короче, убивать надо себе руку сейчас. А это же их телеса. А? Что, в нас и 4? Okay, let's go. Open smoke. One enemy left. Criminals win. Reloading. All right, let's move out. Open smoke. Где-то дома раньше были, горячие и горели, блин. Open smoke. А сейчас мы их положим. Менты. Чё, один раз даже закупиться? Я забыл. Ой, алей, алай. Что? Вон он, Фабио. А, мы их истребили. А, теперь мы опять на пестиках. USP. А нас чуть больше. А, мы просто это меняемся. Все. Go, go, go. Go, go, go. Всегда хотелось без мира. Ну тут надо было мне сейчас повесить задание, разминировать бомбу. Разминс. Бомбы какой-то. Бомбс. А, только. Все, я понял, как все это делать. Но я не позволю его убить. Game's over. А тут тебе главное-то ни разу не это. Ну вот это. Нет. Ну прости, конечно, за это. Но я ни разу не того. Ну, меня не хрякнули. Не убили. Ну, поняли, да? В смысле значения. Из Эссе. Ну все, у меня вообще денег нету реально. Lock and load. Так, я иду за парнями или за девочками. И вот эти всегда вот чуваки, которые нафуфыренные, они самые сильные. Я правду говорю. Опа, 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 не-не-не-не! Все, прикройте! Но они понимали то, что я там. Пошлёпал. Оставься один! Вообще халява! Халява, вы понимаете? Ну, пусть меня и шлёпнут, но это халява, вы понимаете, то, что его уже нет. Ноль, мы выиграли. Возьму АК-47. Что еще? Броньку. Может, это будет гранат. Ну чисто все, я готов. Ну не га, а г.
правильно говорите. Правильно говорится буква Г. И вы так говорите. Готов. Я готов. Так. Я готов, что меня Кэрри сзади шлёпнет. Вот я перестраховал. Вот сюда надо, сюда. Ой, не, я не уронил. Опа! Кидай! А, ну мы выиграли. УЗИ? УЗИ? Ну они нам халяву дадут. Косорок все. Потому что мы их уложим с двух ударов. Defend the bomb sisters. А сестра, сестра, вот почему не понимаю этого. О, пошли, пошли, пошли. Граната. О, тут доктор Фук стоял. Боже. А, упси. Завалил мой... Так, идут? А! Кто ее кинул? А ну мы что, опять выиграли? Блин, это надоедает, слышите? Может возьмем М? Окей, я пойду с этим калашом. Потому что тут М-очники. А их уже 6. Люди добрые. Просыпайтесь. Им всех нас тут не переукладывать. Может, двоих они уложат. Но никак не шутимо. И в шутку, и всерьез я вам это всем это говорю. Ну, шуточку тут, шутки вроде бы я не вижу. Но вот всерьез, да. Да. Вы что, опять выиграли? Даже мину не успевают заминировать. О, теперь мы за бандитов. Вот когда меняется команда, все время так. Это выглядит. Go. Не, ну а мы опять выиграли. Теперь вообще опять. Может из нас кто-нибудь ушел? Ой, допустим, там попасть, всех на здоровье. А я подсужу тут так, на крылечке. Ой, допрыгну, интересно. One enemy left. Так, вот так. Overfall! Слушайте, даже не одного не стоит. А мы от... А, это бандит. Ты хорошие отсюда начинали. Мы сыграем в игру. Давайте. Ну, давайте продолжим на самом деле эту игру, потому что мне она очень нравится. Вот, посмотрите, вот мои очки, вот киллы. Ну, киллы это убийство. Сколько я в какой этой сыграл убил. Правда, игра нормальная, так, если комментировать. Ну, завтра еще будет, ну вы понимаете это, да? Завтра еще будут. Ну, вы, наверное, догадаетесь, что будет. Так, опа. Иногда лагает.
Ну пошли, поигрались и хватит. А теперь игры не по-детски. Опа, хопа! Предупреждаю! Сайт. Игра не по-детски. Так что выжить сможет не каждый из нас. Но я буду в этом числе, которые выживут. А здесь-то мы их будем контролировать. Что? Кто со спины напал? Я хотел почесать нос, но он вообще так выпрыгивает. Их тут банда! Их тут банда! И там образовались. Робин Гуды. Робин Гуды. Убейте! Убейте их! А-а-а! Джабер! Назад. Опа, назад, отошел моего друга. Так, у этого парня сколько хпшек? Я рискал. Что? Мы его уложили. Ну что они убегают? Что, все, штаны наделали? Простите за выражение. Но такая уже ситуация с игроками складывается уже. Так я не мне. Да я только отсюда прибежал, они уже сказали. Прикройте хоть кто-нибудь. Граната. Черт, перезарядка! Я с этого кинулся. Так назад, отошел! Хедшот! Так. Поблагодарили их и хватит. Тут разыгрались. Они еще оттуда побегут. Что им делать вообще? Вот что-то нужно. Что мы с тобой хотели стал образ, если говорить? Мужчина, постойте! Мужчина! Постойте, я вас убить хочу! Опа! Ну мы опять! Вы посмотрите, пожалуйста, на этот счет, кто кого! Не я, потому что вон, у меня 6 скиллов поинтов. Поинт, ну это типа очки поинт. У меня их 60, за каждое убийство по 10. Ой-ой-ой-ой, да. Ну что у меня тут? О, ну всякие тут игрушечки. Дефузеры. Хочу вот за... А, все время. Вы привыкаете, то, что не нужно никуда нажимать, только берите. О, у нас вот время есть, чтобы разминировать бомбу. Окей, let's go.
Блин, мы вот уже, я сказал, блин, мы уже из-за этого декорации этой подостряли. Умерли! Умерли, кому я сказал? Кому я сказал, подумай? Ты видишь, какие они тут? Они что, уже остановили? Нам еще задача найти эту бомбу. Я уже всю карту обежал. 4, 3, 2, 1. А где была там бомба? 30 seconds left. Калаш, ты идешь в эту? Lock and load. Не, ну сейчас мы их передали. I'm reloading, cover me. Не нас вести нам счет, счеты. Take your pick. Reloading. Да где бомба? Отошли-то. Размотали, прикрой, пацан. Ты за это шо? А кто это нашёл? Давайте, выкрутись здесь из ситуации, давайте. Один на один, кто-нибудь, давайте. Копы. Чё? Прикольненько. И играют с нами. Да, я хочу с бомбой бегать. Тут всем сама понижать. All right, let's move out. Все сюда! Reloaded. Бежим, нельзя останавливаться, нельзя! Сделали вход, пошли! Все, перезарядили все. Прикройте кто-нибудь, подумайте о... Нужно сюда бежать, потому что на... А нам легко будет разрядить. Я догадываюсь, что не... Что? Бери! Я спас там кого-то. А, я тебя... Так, назад, я отошел. Назад. В спину не должны попасть. Так, мы с чуваком, Тима. Пошли. Я за ним бегаю. Он сильнее. Да давай. Что? Мой калаш. Из рук выпал. Так, остался один. Он, скорее всего, наверху! ОХП снес. Повернись. Вот. Lock and load.
нужно будет контролить вообще во все это. На контроле. Рекки! До помощи. До помощи, до помощи. Так наши никто не должен полечь. Так они уже мину установили. Бежим! 22. Я знаю, где у них там бомба. Бежим быстрее, чтобы попаемся. Бежим. Мы сейчас их уложим, да? 10, 9. Разминируйте эту бомбу. Где бомба? Бомба где? Где они бомбы? Где? Где у них бомба была, люди добрые? Окей, let's go. Воу, это что-то было с чем-то. Куда мина идет, останавливается? Заватрушка. А! Что? Ой, уже вот начинали, я это предчувствовал. Так, у кого мина? У кого мина? Этим все будет не жарко. С4 у него. Все, вот наша главная цель. Пошли, пошли. Пацана, держите. Где бомба? Всем охранять! Вот так, вот так. Вот этого. Пошел, пошел, прикрою. Я должен быть первым. Пошел, пошел. Все четырешки, пошли, прикрою. Нам нужно его охранять, а не куда-то. Я не понимаю, что у него там в голове. Какой он маршрут нам делает? А! Что? Убить! Убить! Дивина, в кого? 24? Давайте в Skywars. Давайте в Sky Clash. Пати, кстати, не кину. Просто играем в Skywars. А нет, играем в Sky Clash. Вот видите, в каком я лобби?
Снега тебя. Арчер? Нет. Пулю. И тут я подлутаю сумочки. Давно не играл, все всякие такие люди. Что? Это очень рандомная игра. Мы возьмем защита Кейдж. Гардиан. Гардиан. Да, вот так вот, если вот так вот сотый это бью. Your team touch. Five. Your team five. Defeat you more. Убить их! Ага. Так, что не комментирую я? Кто ответит на мой вопрос? Да вон сколько луков и ни одной стрелы не нашел. Это нормально.
Ой. Я вот кину парням. Парням на грудник возьмите. Хотя кто это возьмет? Паш. Черт! Опа, опа, опа! Пошли, пошли! Опа, опа! Опа, опа! Месимся! Виктори! Победа! Что? Позор! Ни одного убийства я не совершил. Да. Зато победа! Пробеда! Победа! Ой. Если вы хотите побольше вот таких видео, ну, ставьте лайки. Это понятно. Но я еще не закончу, но я скоро закончу. Через 5-10 минут я закончу. Но вы знаете, нужно ставить лайки. Это морально поможет. Ну, я буду снимать побольше видео. Это понятно. Подписываться не забываем. Я это еще в конце скажу. Побыстрее только все это оформлю. О, опять эта же карта. Это последняя вообще битва. Буякаша. Заговор огня. Того уже. Игроки и летсплейщики уже того. Это понятно, что... Как некультурно. Я тут играю. Напугали, а то он такой. Чё? Давай подерёмся. Что? Уходи. А! А! Хоть кто-нибудь прикройте меня. Потому что я с этим големом. Драться в одиночку не хочу. Ушел сюда, взял клиент, пахнул. Я никого не слышу. У меня такие эпичные моменты. Я посмотрю все ваши комментарии, но в конце видео. Потому что сейчас вы понимаете, ну то, что мы вдвоем с парнем. Нужно нам держаться вместе. У него меч. Ушел пацан! Ушел с нашей земли! Мы тут кинги. Отошел от него, отошел! Отошел от моего друга! О, спасибо за бафал. Вот того шлепаем. Пошли. Отошел от него друга. Другана, отошел, я тебе сказал. Один килл есть. Я проиграл. Ну, всем пока. Пальцы вверх. Что еще? Комментарии, подписчики. Ну, вы понимаете, да. Всем пока.